Всех приветствую у себя на канале. Это рукодельный канал «Красивое тепло» и меня зовут Ольга. Сегодня у нас в кадре опять солнечный день, но на улице еще прохладно. От солнца я прятаться не буду. Я очень люблю солнце. И смотрите, сколько солнечных зайчиков в моей комнате. Этот кардиган такой яркий, очень красивый. Я вязала уже давненько, и на моем канале есть видео. Кому интересно, можете найти это видео и посмотреть, из какой пряжи и какую модель я вязала. Но в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать, что у меня сейчас на спицах, какой процесс, какая готовая работа, какую пряжу я купила. Хочу еще вам проанонсировать мастер-класс. Также я буду вставлять еще небольшие зарисовки прогулок своих по дворцу. Я надеюсь, что вам мое видео интересное. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались. Ставьте лайки, пишите комментарии. Сегодня у меня уже это 180-й дубль съемки. У меня что-то случилось с микрофоном, и поэтому пришлось вот взять с телефона наушники и снимать. Уж извините за такую картинку. Я надеюсь, вам мое видео понравится. Всем приятного просмотра. На спицах у меня новый процесс, и я вяжу вот такую жилетку. Вяжу ее снизу вверх. И узор у меня листья на ветке. Узор я пустила по переду и по спинке. Также у меня этот узор. Провязала уже 3 раппорта, получается, 1, 2, 3. Еще где-то 4 раппорта мне нужно повторить. Вяжу из пряжи Drops Air. Это вот эта пряжа. Цвет номер 10 у меня. 50 грамм. 150 метров. Рекомендуемые спицы 5 миллиметров. Я вяжу на спицах 4,5 миллиметра, потому что я перед этим вязала худи и вязала на спицах 5 миллиметров, и он у меня немного растянулся после стирки. Поэтому я решила эту жилетку связать чуть-чуть поплотнее. Ну, не надо мне, чтобы оно сильно растягивалось. Я хочу, чтобы остался тот же размер. Довязываю второй моточек, и вот сколько провязала. По размерам это высоту 22 сантиметра провязала. Резинка 2×2, на спицах 4 миллиметра, затем перешла на спицы 4,5 и вяжу по кругу изнаночной гладью и с узором листья. Вяжу на спицах деревянных. Очень мне нравится вязать эту пряжу на деревянных спицах, потому что я пробовала на металлических, не очень хорошо скользит, поэтому взяла деревянные спицы. Сейчас у меня на спицах новый процесс. Я снимаю по нему мастер-класс. Это женские шорты из плюшевой пряжи. Я уже такие шорты вязала. Сама ношу с большим удовольствием. Когда я вязала себе шорты, я не знала еще качества этой пряжи. По прошествию времени я уже их хорошо поносила. Я их носила и летом, и зимой. Это домашние шорты, поэтому я их и зимой носила. Их закидываешь в машинку,
просто даже не ручной стирки закидываешь в машинку, вытаскиваешь, они получаются такие же, как и были. То есть пряжа мне очень-очень понравилась, так что рекомендую для деток вязать из этой пряжи очень замечательно. Она износостойкая, она не тянется, не садится. У меня были запросы на мастер-класс на такие шорты, поэтому я сейчас вяжу эти шорты и снимаю для вас мастер-класс. Я надеюсь, скоро выйдет. Объявление я, конечно же, вам оставлю. И также у меня новая посылочка небольшая пришла с пряжей. И эта пряжа также плюшевая, Ализе Софти в двух цветах. Такой красивый бежевый цвет и персиковый цвет. Шорты я вяжу также из этой пряжи. Это Ализе Софти. У меня белый цвет. А это я заказала. Также будут домашние костюмчики. Здесь будут и шорты, и кофточки. У этой пряжи метраж 50 грамм, 115 метров. 100% полиэстер. Очень-очень-очень нежная, красивая. Такая она плюшевая. И этот красивый цвет. Номер цвета 340. А бежевая 310. Вот такие классные цвета. Очень рекомендую. Понравилась мне эта пряжа. Вяжите с удовольствием. Если вы не знаете, как вязать шортики, оставайтесь со мной. Скоро на моем канале будет этот мастер-класс. Либо я его выпущу, может быть, на другой канал. Посмотрю, как закончу вязание. Я вам обязательно сделаю объявление. Также эти белые шортики я вяжу на размер S, но думаю, что еще, скорее всего, буду вязать и побольше. Так что готовьте пряжу, спицы и будем вместе вязать шорты. Довязала свою кофточку или жилетку. Ее можно носить как на футболочку, на рубашечку, на водолазку. И она будет смотреться как жилет. Либо ее можно носить как самостоятельную вещь. И это будет уже кофточка. Все изделие я обвязала резиночками 2 на 2. У меня по горловине, по проймам и по низу кофточки, жилетки. Тоже идет резинка 2 на 2. Обязательно вывязан росток. Видите разница между передом и спинкой. И она сидит на мне свободно. Очень комфортная, очень уютная, теплая. Я обожаю эту пряжу. Продолжаю из нее вязать. Уже вывязываю свои остатки. Не знаю, будет ли она еще у нас в продаже. Пока еще есть по магазинам, но цены уже кусаются. И сейчас я посмотрю, сколько весит мое изделие. Сейчас мы с вами ее взвесим. И вес 218 грамм.
Вот такая замечательная вещь у меня получилась. Пишите в комментариях, понравилось ли. Вот такая классная, уютная вещь у меня получилась. Такой узор я уже вяжу очень давно и продолжаю его дальше вязать. Мне он очень нравится. Пишите в комментариях, как вы относитесь к такому узору. Считаете, что он может быть уже не модный, не актуальный. Но я его все равно продолжаю любить. Вяжу во многих своих вещах. И с удовольствием потом эти вещи ношу. И дальше я вам покажу фотографии, либо видео, как эта кофточка-жилетка сидит на мне. Я вас благодарю за просмотр. Желаю вам хорошего настроения, ровных петелек, всего самого хорошего, до новых встреч, пока-пока!